Ну и если Верховная Рада все меньше служит местом для принятия решений, то вполне логично ее превращение во всеукраинский центр курьезов и обвинений. Каждый день что-то новенькое. Вот хотя бы на этой неделе. Сначала нардепы перессорились из-за так называемого плана Артеменко, который якобы предусматривает примирение с Россией и якобы был передан официальным лицам в Вашингтоне. Для самого Артеменко скандал закончился исключением из фракции радикальной партии, по списку которой он и прошел парламент, и даже угрозой потерять депутатскую неприкосновенность. В пятницу Артеменко уже побывал на допросе в Генпрокуратуре и продолжит в понедельник. На этот день запланирован еще один его допрос.